Стоит отметить, что пожары в учебных заведениях для нашей области явление не столь уж редкое. Только в декабре в той или иной степени огнем были повреждены две школы. Обе сельские. Одна из них находится в Ахирит-Булагатском районе. В нее ходили 16 учеников. После пожара их перевели в соседнее здание. Второе возгорание произошло в этот же день в поселке Алексеевский Киренского района. Там пожар вспыхнул прямо во время уроков. Эвакуировать пришлось почти 1500 детей. Обучение они продолжили в двух других учебных заведениях. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв. А вот школы пока не восстановлены. Уже несколько месяцев специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Тем не менее, окончательного решения о том, когда начнется строительство новых корпусов, пока не принято.